Всем привет, друзья мои! И вот свадьба закончилась, родственники разъехались, Светлана пришла в себя с детьми. А ты же уже... Кашель остался чуть-чуть. Что хотела, о чем я хотела с вами поговорить? Да, сегодня я занималась активной уборкой, все, и сейчас вечером Ашкин решил нам сделать сюрприз, пригласил нас на ужин. Потом не мы вам покажем. Ужин, а ресторан. Ну, на ужин в ресторан. Они такие довольные, проснулись. И мы вот собрались и идем в ресторан покушать. Уже я столько навозилась за эти дни с этой едой, сама возилась, готовила, ухаживала, но заслужила от мужа сюрприз. И, ребята, еще мы когда наемся, мы потом пойдем гулять. Угу. Сегодня воскресенье, настоящее воскресенье, проведем его. Ага. Души. Иди сюда. А вот и наша шкура. Все, пошли. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Когда только ты делаешь айран, так ты очень люблю айран. Мы приехали в ресторан. Так, имейте в виду, что сюрприз вам. Понял, сюрприз, если вы будете хорошо сидеть, сюрприз для вас. Если тихо будете сидеть, как взрослые, сюрприз. Если мы будем сидеть, как взрослые, вы нам сюрприз дадите. А как я покушаю? Покушаешь. А по салату салата у нас перекидило, он ларит чуть-чуть. Что я? Я хочу войти. Это что такое? Ачика. Салат будешь кушать? Салат полезный, витамины. Видишь что? Положи стакан. Чуть-чуть выпей. Ас. Чуть-чуть. И поставь стакан. Ребята, я очень-очень. Мы такие были голодные, что так все съели, даже некогда было снимать вот видео, сюрприз. Да? Сюрприз детям за то, что они сидели хорошо. Деми съел свой сюрприз. Друзья мои, как вкусно было все. Обалдеть. Я еще сюрприз, ага. Еще я сюрпризные палочки съел. Угу. Кебаб, разный сервис тут вообще. Сейчас узнаю у Ашкина, сколько будет стоить. Ребята, посмотрите на меня. Она не красивая. Я это красивая, и ты красивая, и Мари красивая. Ребята, это я сажу как сосну. Как сосну? Все. Надо пойти лечь. Этих нариков я веду, это будет просто палочками. Вот так с ума сходят они. Посмотрите. Энергию свою выпускают. Помогите, меня хранит! Деми, оставь эту грязную бутылку. Оставь эту грязную бутылку. А ну-ка, Деми. Вот я... А, я думала! Я думала, я думала, а, меня убили. Всем пока-пока, меня убили. Спасибо, Деми, мама. Вот так они играются. Вот так они играются, друзья мои. В ресторане. Наши сюрпризы не заканчиваются. Ресторан. У них все ресторан. Вы знаете, что сделали? Вот смотрите, каждое кафе, кафе завоевало какую-то зону. Это пляжа. Кафе. И здесь устроило вот такое кафе. Мне так нравится. Вот сейчас мы с Ашкемом будем кайфовать.
с детками. Эфенди. А вот и бабуля. Посмотрите, как она ест. Вы скажите, это кто такой? Это Светлана, да. Вот ты, ребятка, смотри, какой. У меня чуть-чуть руки трясутся, вот так у меня. Клик. Друзья мои, мы так и не посидели. Дети нам не дали посидеть. Поэтому второй сюрприз не состоялся. Благодаря моим детям. Ну, ничего страшного. В следующий раз выпью пивка. Сейчас у меня одно желание, только лечь и спать. Когда они заснут и собой. Уже бабуля засыпает. Когда мы заснем, мы пойдем тихонько. Вот. После Карфура зашли, купили хлебушек и пришли на эти качели. Говорят, мы здесь еще не катались. Сколько у них энергии, нескончаемая энергия. Такие они счастливые. Толстушка моя. Привет, друзья мои. Сегодня понедельник, базарный день. Ашкым, наш папашкин, пришел с базара, купил нам, посмотрите, столько фруктов, сливы, персики 7,50, красный перец 5, огурцы 5, испанак не знаю сколько, это не знаю. И морковка не спросила. Знаю, что это 8, а это 4. Сегодня дешевый этот. Перец. Так, еще что он купил? Хлеб. Купил Ирмочке лекарства. Вот наша Ирмочка только проснулась. Бабуля их искупала, и они так легли. Еще что принес? Картошку принес и лук, сказал. Ну, они на балконе, тут мадам сидит. Еще вот так, вот так вот. Положи, бабуля, будем лекарства пить от кашля. Я занималась чем? Уборкой, вот Демечка мой лежит, проснулся, Ашкен дал телевизор. Я, как всегда, мои хорошие, вся в делах, кормлю, вот сейчас стирка, надо вешать, вебинары хочу посетить, все времени как-то с воблом, времени в обрез. Мы пойдем, наверное, вечером попозже гулять с ними. Да, бабуля, гулять пойдем. Расскажи. Кушать будешь супчик, бабуля, куриный супчик Да. Угу. У нас в семье сегодня очень такой знаменательный день, потому что мой муж начал работать в одной компании, я вам потом попозже все расскажу, которая занимается недвижимостью. И вот мы с новыми друзьями сидим за таким столом. Да, Ашкин. Вот мы верим с ней, Ашкин. Мы хотели очень, чтобы он работал. Вот он начал работать. Так что и я тоже буду помогать ему. И попозже запишу видео, и где расскажу, чем будет заниматься, и что, какие услуги мы можем предложить вам, нашим друзьям из всего мира. Хорошо. А сейчас мы сидим вот и кушаем мороженое. Натуральное. И Ирмочка как смотрит, и Яшки. Резиновое мороженое. Она хтадова. Ну как мой муж? Подождите. Ашки, где ты чалушерсал? В таком офисе. Сейчас уже конец рабочего дня, поэтому никого нет. Уважаемые друзья и подписчики, снова я, Светлана Ата. У меня для вас очень важная информация, как вы уже поняли.
мой муж начал работать в агентстве недвижимости, и, естественно, я могу помочь очень многим моим подписчикам и друзьям в приобретении недвижимости. Мы все узнали об этой, об этом офисе, это турецкое агентство, ознакомились с правилами, со всем, изучили все, поговорили на все темы, и я могу вам заявить, что вы нам можете доверять. Турецкое агентство работает только на проценты и действует по всем правилам, как должно бы быть на рынке недвижимости. Я от недвижимости очень далека, но, естественно, знаю, что происходит, не понаслышке, что происходит на рынке недвижимости, поэтому все спросила, все узнала. И если вы хотите приобрести квартиру в городе Мерсин, то можете смело нашей семье доверять. Мы отвечаем за все. С нами вам будет надежно. Поэтому, если кого-то заинтересует наше предложение, можете писать мне в личку. Лучше всего, если вы свяжетесь со мной в Инстаграме, ссылка находится везде. И там написан мой номер телефона. Пожалуйста, звоните, пишите. Мы с вами поговорим обо всем детально. Еще раз могу сказать, что с нами вам будет надежно. Мы гарантируем вам честность и порядочность. По-другому никак бы я не начала рекламировать дело моего мужа. Ждем от вас сообщений, звонков. Пожалуйста, обращайтесь. С удовольствием вам поможем. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.